Жо. А, где? Это Дона. На моих глазах убил. Дона. А где? А где труп? Это Дона. На моих глазах просто. Где тело? Извиняйте, я был у камер. А, у камер? Чего? Скелли, ты сам видел, оттуда Дона выбегала. А где? А, ну круто поиграли, да, конечно. Все, мы выиграли. Ларри был сдон и предатель. Да, что-то такое себе. Да. Быстро катка. Реально, что ли? Да, представь. Минус. А кто сыщиком был, кстати? Я была сыщиком. Ну, я специально раскрыла, чтобы хоть кто-то знал, что я сыщик при 10-х или 9-х. Спасибо. Не обкакайся. Порвёшь! Не обкакайся. Кстати, Дона вылетит. Дона вылетит. Оля. После этого с тобой там никто играть не захочет. Ну нет, все заходят. Думаю, все логически. Почему не выиграли? Это вручено законом!
да! Боже, как любят все убивать Ваня. Да, Ваночки. Ваня. Хотя мне кажется, что это мило. Ну, я там даже не был. А кто-нибудь на книжке был? Яри сколько? Вот даже Скеллиг со мной был. Давно, он, видя, что я только на камерах это стоял. Это где, в саду, нет? Да? Это в правой это части, Ваня, в правой нижнем, в верхнем углу. Короче, я из люка видела, что Яра и Дона, они были в саду. Вот, и Донна побежала в сторону как раз-таки к этому домику. Возможно, это Донна, но не факт. То, что ты видела, как бы... Мне, кстати, есть такая инспектор. Фигня... И мне, кстати, волноваткая фигня, типа, Луи бежит это запрыгивать в люк, а за ним Донна до последнего. Я сыщик. Не, ну это типа понятно. Так понятно. А Донна просто за тобой побежала. Так... Стойте, можно я скажу? А, не, не Донна, Мила был. Ладно, по дороге ничего не понятно, как говорится. Ну, ну давайте Донну на карандаш, короче. Если не, есть не, это не Донна, Луи, это не Донна. Они вместе там были. Луи, Донна не надо, Луи уже скрылась, что она сыщик, я уже это узнал. Так, короче, инспектор, если он жив, проверяй потихоньку Донну. А пока что, пока что инспектор проверит Мила, пускай. Фил, дайте мне сказать. А кто инспектор? Дайте мне сказать, ты какую-то ерунду несешь. Зачем Донну проверять, если на Донну меньше подозрений? Что она была рядом с Ярой? Почему на меня я не могу понять? Донна на камерах был. Я Донна не видел, была что Донна не был на камерах. Я видел, был на что камерах. Она была рядом с Ярой. Донны не было на камерах. Когда камеры потухли, я видел, что с камеры убегала Донна. Он мимо пробегал. Он был там. Я же видел, как он из камеры убегал. Не ты выбегал. Вот даже Скелли давайте со мной скипнем. Был, он видел, что я там стоял. Скипаем, как да, ты спустился. Ой, будь стоит. На люке. Я пересекся там. Я тут тебя убьют. Будь тебя я видел, как только ты за Луи бежал. И все. Если Луи не кикнут, то это хорошо будет. Хорошая катка. Потому что если Луи кикнут, то у нас не будет сыщика. Если не будет сыщика, просто убийца будет передвигаться по люку. Все. Где был труп? Я, короче, прошляпил убийцу. Чипи на теплаках. Я, типа, на задание забежал. Там выполняю задание, свечинится, и я вижу, что Чипи валяется сверху. Мила был в саду. Потом куда-то ушел. Я сейчас куда возле бежал, этих, там, где ты следы смотришь. Никси, не бойся. Кстати, Никси странно бегает. Вот в самом начале раунда он почему-то в коридоре несколько раз останавливался на пару секунд. Охуенно. И стоял на одном месте. И потом за мной бегал, типа,
Вот смотри, вот только я что, после голосования я забежал на кухню, ты там задание, походу, выполнил. Я потом через другую сторону стола убежал. Я никакие задания не делал. Я просто за тобой следил, и всё. Да, и с самого начала. Точно такая же история. При этом ты в коридоре останавливался часто. Да. Короче, я если бомба будет в коридоре, возможно, между Мила. Кухней и столовой, то это Никс. Видишь, Фил? Да я тоже верю, что это Мила. Фил, можно я скажу теперь? Ты сказал убийцам, если будет в коридоре, то они поставят бомбу в коридоре, и все, меня подставят, и все. Пожалуйста. За такое время они уже давно все бомбы расставили. Охрененно, молодец. Что делаем? Ну, получается, нет. Пока что непонятно. Ну давайте Мила кипнем, что? А почему? Зачем? На семеро. Почему? На семеро, алё, скипаем. Почему? Ты чё, блядь? На семеро. Почему? Если сейчас не убийцу выкинем, то получается 2 килла мы проиграли. Это Мила, ну. Логично. Конечно, это Мила, но лучше не рисковать. Не затыкай мне рот во время голосований. Нахуй ты катку рынешь, додик. Давайте кекать Никса. Да хуё, блять? Смотрите, я сказал, что если бомба там, то это Никс. Сейчас бомбы специально активировались, типа показать, что там не было бомбы. Я уверен, что это Никс, при этом Мило вылетел. Дегенерат ты, я хотя бы обосновываю свои слова. Ну конечно, у нас скиллы по одному шли. Точнее, в прошлый раз по два было, но мы не знаем, где Сази был. Давайте Я не охуею, если честно. Давайте кикайте меня, пожалуйста. Да все вылетел, блядь. Ну вы додики. Пожалуйста. Ревите. Там. От меня. Дебилы, дегенераты, уроды, типа. Да пожалуйста, блядь, какую съемку? Офигенно, блядь, зачем ты снимаешься рандомными чуваками? Ну я ж не удивилась. Конечно. Кто бы мог подумать? Да, блядь, все, завалите баллы. Кто задавшийся? Ты проебал 15 IQ, чел, хули ты ноешь, блядь, завали ебал и съебись нахуй спать. Спать. О, Яра, ты чё? Не, он, блядь, ноет сам. А, ноешь тут только ты. Что нахуенно? Не вы додики, блядь. Ты даже себя защитить не мог, чё ты.
возьми еду и ешь. А лучше уйди туда. Здравствуйте. Здравствуйте. Yeah. Можно гость, можно гость, можно гость, можно. А был в кабинете? Не я. В кабинете? А, где сканер? Угу. Да, я была. Крылась. А, да-да-да. Я сыщик, я сыщик. Я починил свет, но я был на кухне. Я короче, сразу вначале пошел на кухню, это просто задание. Нет, я был только в двух комнатах, и все. Это Ладя, был гараж. Я побежала туда в комнату во время саботажа, кажется. Да, Ладя? Ладя. Да, это, скорее всего, Ларри. Это Ларри, скорее всего, слушайте. Это, скорее всего, Ларри, потому что во время саботажа ко мне Ларри прибежал. Я тогда... Блядь, ну вот это хуй себе было. Можно, пожалуйста, тихо, потому что... Потому что Ларри реально прибежала во время саботажа. Я сыщик, поэтому... Я оправдана. Луи, ты дебил! Луи, обоснуй, Лури. Луи. Ты во время саботажа ко мне прибежал, прямо туда. В кабинет мой. Так что, Ларри, есть вероятность того, что это ты. Я гусь. Ну или гость. Окей, хотите кикать мне так. Ну вот и проверим. Так вы не все равно не знаете. Я сначала где труп, я не поняла. На книжке. Можно это Джейк и Джамал, если они стоят там.
Блин, просто кикните Джейда и все. Дайте кикнуть. Погодите, а у них именно с интернетом проблемы или они просто они тупо стоят? Типа, АПК. Тогда просто, 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 просто кикните Джейда и все. Если... Ну давайте Джейда, если, если на колокольчике пригодится Джейда убить... На 7 человек, я тогда поздравляю. Кикнуть. Давайте скипнем на 7 человек. Зачем? Если убийца, то тогда будет видно. Нет гарантии, то, что это они. Задание можно выполнять, я их не делаю. Но нет гарантии, то, что эти... Блять, просто кинете жизнь и все, станет намного легче. Ну, карандаш беру. Слишком уж топите за сыщик живой, да, я. Я никому не нужен, потому что ты просто сыщик. Слушай, Мила, а тебя тут тоже пользы немного, знаешь ли? Что? Да, у меня задание, я сейчас там стою. Буду, блин, в аутисты, что ли, где мне держи это? Где? Есть кто-нибудь в саду? Нет. Джей Джамал, около вас кто-нибудь был еще, кроме меня? Они молчат, меня утисли. В саду, в гостиной был Фил. Он, возможно, бегал в саду, я не знаю. Нет, прямо сейчас. Кто в саду? Прямо сейчас. Я на электрике, вы думаете, почему свет так быстро починился? Я просто оттуда не выхожу. Да, я видела, Мила там стоял. Стоял, я прыгал. Значит, это Фила. Пикать Фила. Джей Джамал стояли, крутились, Чипи, сыщик. Мила чинит свет. Фил сейчас убил Яру. Я в туалете. Ты в туалет ее смыл! Убийца, поганый убийца, в туалет смыл Яру, блядь. Раз. Еще не по-русски разговаривает. Он бьется вообще. Стою просто. Как так можно? Дебилы. Вот Донна, дебилы. Которая пробегала мимо Джейда, и он был один. Джамала там не было. Так мы знаем. Да. Да. Джамал точно. Джейд. Типа Донна просто пробегает мимо Джейда, видит, что там нет Джамала. И не... Это Фил. Так им одного осталось убить. Мы проиграли. Сейчас Донну убью, смотри.
Тихо. Или и чё? Так смысл, если посмотреть, то им реально. Норм, да? Просто осуждаю тех, кто гнал на Фила. Я сказал, что ты... Я вам это сказал. С самого начала их пикнуть. Я вам это говорил? Лайки. Кто гнал на Фила? Кто не дизлайк? Убийца дизлайк, дискотники тупые. Я сказал, тикайте Джейда. Кто? Нет, блядь, как лучше. Тут даже нельзя уже спросить. Хотя, вероятно, это была Донна. Джейд дискотник. Конечно. Можно кинуть жалобу на игрока из-за того, что он домогается до кого-то? Да. Кидайте репорт Джейду. А за что? Не. Ну, сейчас кинем жалобу Джейду. Угроза ребёнка. Агрессивная речь. Ладно, агрессивная речь. Это репорт, он дискотник, он сам звал игрока в Дезити. Джамал? Джейд. Я никого не звала в Дез. Извини, я рано, он так надо. Может, люди зайдут. Луис, чего ты взял то, что я кого-то в Дез звала? Он и в роли мирного нихуя не делает. Ну, в роли мирного? В роли мирного он ничего не делает. Ну, а зачем он нам нужен, если он ничего не делает? Зачем? Где? Джейд убил при мне прям в фазе. Ладно. No comment. Кикай в Никс. Джейд, у тебя есть какие-нибудь там... Сказал то, что он сказал. Значит, это либо он и просто жестко лоханулся. Либо он просто не хочет спорить. Скорее всего, лоханулся. Может быть. Но никто не знает. И, видимо, не узнаем. Джейд, это ты? Нет. Ладно.
у бассейна туда вроде бежал Олли. Да, туда бежал Олли. Сначала побежал на улицу Никс с той стороны, а потом туда побежал Олли. Лой, ты где был? У него лагает. А, да, все. Это Олли. Яра, это ты Яра. Делал сантехнику. Да, я видела вас вдвоем. На кухне, да. На кухне. Давайте сейчас попробуем Олли. Если это не Олли, то это Ларри. Да, ты делала на кухне, Мила была на кухне, потом побежала вниз, там, где большой стол. Да, я в столовой была. Если это не Оля, то я думаю, что это... Я говорю, я на камеру стояла. Сначала Никс побежал ко мне и побежал наверх. Причем, и потом, ну, через некоторое время... Он даже Настасью, он не голосует, он ничего не делает, он просто стоит в ПК. Луи, дизлайков в конце. Ну, мне даже кажется, то, что это саморепорт, но я не уверена. Почему нет? Я знала, что он не саморепорт. А, ура! Мне просто Ларри не внушает. Да, это саморепорт. Я побежала сначала на книжку через вас. Увидела, побежала. Ура. Ну да, когда остается пару человек, то сложно. Очень. Особенно одному. И все же Джейд был пытанателем. Плюс 16, нормально. Мне не нравится играть, ну, продвинутый. Кто? Кто? А. Ну, у всех разные, да. Просто я не люблю играть на продвинутом. Мне не очень нравится. Да, нафиг. Ой, надо. Если ты хочешь понизить себя, то ты понизишь всем остальным, кто с тобой в команде. Да, вот если ну, заубиться, то, пожалуйста, понижай там сразу. Не хочу. Все-таки зачем я старалась? Кого сколько? У меня 1500 с чем-то. Тоже 1500. 1400 сколько-то. Минус 3. Минус 4. Я выиграл. Давайте у кого ниже. Говорю сразу, если я буду убийцей, я убью просто всех на глазах. Потому что я не убийца. Ноль. Один. Много берешь, Ларри. Минус 5. Ну... Эй, не-не-не-не, у меня больше всех... О, Дюк. Дюка убили. Сразу же. 23. Я вообще не знаю, как у меня один IQ в реальной жизни. У меня один. Как-то маловато. Короче, ребят, прикиньте, я скажу русский или прикиньте. Что? Чего? Я, короче, руинер, я скажу русский или кайф. Ну, у нее проблемы с сетью. Угу. Или... Нет, ну, я ее убил. Не-не-не-не, я ее убил, забей.
На поверку точно иди. Все, тихо. За кого? Давайте выкинем Скелли, она все равно не в сети. Так бы. Может, автовыполнение будет. А за кого проголосовали вы? Пока не за кого. Я нечаянно за Яву проголосовал. Можешь больше не созывать собрание просто так. Да, это не просто так, я сказал, что я убил Скелли и Олли. Скелли, плохой интернет, Олли вылечил. Олли, я в общем, можем не выполнять задание. В следующий раз дождись, пока кого-то... Нет, мы можем не выполнять задание, потому что Олли вылетел, поэтому не выиграем по заданию. Нужно кикать, просто кикать. Вот рядом в трупе стоял Луи. Я сам подошел, и там труп Дюка. Да, спасибо большое. У меня есть подозрение так, на Джейд, Луи. Что еще раз? Он, Луи, стоял рядом с Дюком. Почему вот Луи, вот ты стоял рядом с трупом? Да, помню такой выход. Я вот схожу, да. Два игрока были, типа, ВВК и выиграли. Можем кикнуть еще Луи. Он может притворяться. Он может притворяться. Знаете, что я поняла? Дюк говорил, что он скрыл Скелли и Олли, а теперь оказывается, что и теперь его скрыли. Прикол. Луи, ты нас слышишь? Он может прикалываться. У меня были такие, которые не говорили, не отвечали вообще, типа в АФК и выиграли вдвоем. Я просто подошел и увидел труп, и там стоит Луи. Не, Луи не притворяется, наверное. Ну, я подхожу, там Дюк лежит, прямо рядом. Кто знает. Ответишь мне? Ответишь на то. Изи кат. Ладно, а можешь не с карточкой выходить, пожалуйста? Я карточку этого... Кто меня звал? Тебя убила Мила, да? Да, меня убила Мила. И ставим дизлайк, кому еще?